Марсель Олександрович Онисько народився 15 лютого 1977 року в Ужгороді в родині лікарки та фізика-ядерника. В дитинстві хотів бути авіамоделістом. В 1999-му закінчив Ужгородський національний університет відділення романо-германської філології. Академічної мистецької освіти немає, лише інтернет-курси дизайну інтер'єру в Англії. У 2003-му заснував міжнародне художнє видання «Panic Button». Художник, графік, вітражист, автор коміксів. У 2011-му знявся у короткометражній картині свого друга режисера Владо Мачуха, яка потрапила у програму фестиваля в Каннах. Володіє словацькою, русинською, російською, українською та англійською мовами. Одружений, дві доньки – Емма та Нора. До Дніпра привіз виставку «Скоро буду» Жека. Професію художника вважає не хлібною, але керується принципом «аби вистачало». Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні у нас в гостях пан, якого звуть Марсель, але він не француз. Здравствуйте. Здравствуйте. Марсель Онисько. Так. По-русски Онисько теж пишеться? Ну, говорю, в советском паспорті писали без м'якого знака. Зараз пишуть з м'яким. Значит, Онисько. То есть ви смягчились немножко за это время? Ні, ну це ж ну, в Україні, там, на Львівщині, це ж є Ониський є. І вони з м'яким. Угу. Вот. У нас на Закарпатті теж є там село, там вулиця Онисків. Ну, угу. Так що. Ви родились в Ужгороді. Якими язиками ви володієте? Словацький, русский, український, звісно. Там питаюсь, тому що у мене там ну, русинський, це тому що ж как бы со стороны отца все Закарпаття, угу. Там було Подкарпатська Русь, є угу. Русинський. Он существует до сих пор язык? Им владеют многие, там и литература есть на нем, и все что угодно. Угу. Есть даже словарь русинского языка, двухтомник. Ну, но... на Закарпатье ты никуда не пойдешь, и не увидев памятника столпу русинской культуры. Духнович. Иван да. Духнович, да, на каждом углу. То есть все это существует и сохраняется. Да, это бережется угу. по мере возможностей. Ну, то есть это такая как бы ну, микронация внутри большой страны. Угу. Ну, вы украинец? Или вы закарпатец? Или вы ужгородец? Или вы гражданин мира? Гражданин мира. Можно меня и так называть. Окей. Вы художник? Художник. Кроме того, что вы художник, вы еще немножко актер. Было дело. Вы кто еще? Ну, кроме того, что вы муж, сын, отец. Вот в сфере культуры, в сфере работы. Потому что сказать просто художник Марселя Ниська, мне кажется, это мало. Ну, разными вещами приходилось заниматься, там, от витража там, до издания журнала. Мы издавали журнал украинско-словацкий, 4 номера мы издали, назывался журнал «Panic Button», «Кнопка паники». Mm-hmm. Вот, это такой был журнал про художников, которые стесняются о себе говорить, что они художники, все складывают в стол, а мы их говорим, вы же интересные люди на самом деле, мы это все вытаскивали. Все это там документировали, сканировали, общались с ними, потом делали материалы при них. И вначале планировался журнал как о Восточной Европе, но во втором номере уже там была и Германия представлена, в третьем Япония. То есть там расширяли все эти границы. По мере того, как интернет стал ну, обогащаться всеми этими людьми, которые как бы стеснялись, но интернет появился такой ну, платформой для них, что они выставили, и уже там пару подписчиков, они довольны. А мы хотели показать это в глянце, грубо говоря. Что в мире так много стеснительных художников? Я думаю, да. То есть изначально это была как бы панк-культура, но в глянце, чтобы оно было на таком, что ли, я не знаю, на... На такой контраст, на контрасте, в между да. андеграундом и глянцем. И качественно, именно в плане печати. Потому что вот эти все печатные издания, они меня всегда интересовали. Ну, это стёб в определенной степени. Конечно, что это такая ирония, да. Мы в 96-м, ну, ребята начинали в 89-м, постарше мои друзья. Они сделали первый пробный самиздат, назывался «Я один». То есть 10 номеров, все были рукописны. Угу. Всего лишь было 10. Часть раздалась с друзьями, часть сохранилась у них. Ну и в 96-м мы сделали снова попытку и выпустили второй номер, ну спустя 7 лет, угу. Потом в 98-м третий номер, угу. Потом четвертый, из-за того, что там что-то случилось с компьютером, он весь лег. Ну и вот как бы и
кроме этого, делали там сборник женской поэзии, такой вот тех девушек, которых мы знаем, конечно. Тоже стеснительных? Ну, да, в основном стеснительных. Ну, а потом Владу, мой очень близкий друг, который, к сожалению, умер в прошлом году, он предложил делать журнал Panic Button, вот этот, который я вам рассказывал. И в 2004 мы выпустили первый номер. И потом с периодичностью полтора года выпускали по номеру. Угу. Какой тираж был? Первый был 500, а последний, четвертый номер, был 2500. Спрос рос. То есть, ну, третий номер как-то, мы его распространяли, и его нашли какие-то хлопцы в Америке, а хлопцы могучие, Barnes & Noble. Это такая сеть магазинов книжных по всей Америке. Мы отправили там пароходом весь этот груз. Он обошелся нам дороже, чем они его там продали, но это не важно. То, что он попал в эти магазины, было приятно. И то потом... стеснительные художники вышли на поверхность, и их узнал мир. Кто-то из них стал знаменитым после этого? Многие там знаменитые. Многие знаменитые, такие, ну, прям очень теперь знаменитые. Прям модные? Да, но они, ну, там... Не все были такие вот совсем-совсем стеснительные, то есть про них было слышно. То есть, ну, по мере того, как там годы идут, они совершенствуются, и они просто круче и круче становятся. И про них слышнее. Это обычная закономерность, что то, что попадает к могучим парням, ну, скажем, в Америку, да, то становится то с большей вероятностью будет знаменитым. То есть, что все-таки в своем пророке нет отечества, да, что у соседа вкуснее. То есть, все это работает вот им в просто вашей сфере. Им просто, я думаю, что вот там им было интересней. Потому что мы же в основном, говорю, опирались на европейских художников. Украинских, европейских. И об этом тогда было очень мало информации. Он был как альманах. По такому, как бы, ну что ли, лузерскому в начале искусства, ну, которое на самом деле не лузерское. Не раскручено. Оно просто не раскручено, оно до Америки не доходило. То есть там не было такого, что в каждом там, ну, там, большом магазине 500 номеров. Там было пару номеров представлено в определенной секции. То есть можно было пойти купить. И... Есть еще там отдельная история, но это немножко там займет времени, если я расскажу. Ну, интересная же история. Ну, в общем, через какое-то время мне написали из Оксаки, из Мексики, письмо. Это какой-то огромный музей филателии, самый большой в этой вот ихней Америке. Вот, что вот у меня был проект марки несуществующих стран в одном из номеров. То есть я придумал страны, сделал им там эти почтовые открытки. Например, какие страны вы придумали? Ну, всякие. Zooland, Hungerland, ну, в таком Betweenland. Ну, это те, что я помню. Вот, они интересуются всеми марками вообще филателии. И они предложили мне выставку там. Я говорю, как мы это сделаем? Говорит, а ты там отошлешь принты, мы все оформим, и будет выставка. И сделали выставку, называлась Lost But Found, потерянные, но найденные. Там была легенда, по которой эти марки нашла какая-то графиня у себя на чердаке. И плюс эти марки были наклеены на любовную переписку. И, в общем, она там это по чайникам поснимала, и вот получился такой проект. Это такой мистический фейк. Ну да, это из сферы такой... В детстве была такая книжка, марка страны Гваделупы. Абсурдистика такая. Да, то есть тоже там дети перепутали название, и в итоге тоже появился такой фейк. Но это было очень давно, еще в нашем там советском детстве. То есть вы занялись примерно тем же, но вы вообще думали, что это будет иметь вот такой резонанс, что кому-то это будет интересно? Нет, просто все время что-то хочется делать. Ты же не будешь там задавать себе все время вопросы, будешь там знаменитый или не знаменитый. Просто иногда ты, ну, ты занят тем, что тебе нравится. А зачем тебе останавливаться в том, что тебе интересно? Вот и все. Ну, ты что-то делаешь, и тем же самым развиваешься, и показываешь другим. Какие-то влияния взаимные происходят. Ваши родители не люди искусства, насколько я поняла, да? Нет, мама моя была врачом, а папа у меня был физик-ядерщик. Ну, родители очень любили все это дело. Там, у мамы была большая коллекция книг по искусству. Это все с детства, там все это листал себе, там всегда этим интересовался.
Ну, они всячески всегда поддерживали, чем мы там занимались бы. Там. И сестра моя тоже, она делает такие уникальные всякие игрушки, куклы. То есть она была, стала медиком с подачи моих родителей, потому что, ну, куда? Я только хотела спросить, профессия же не художник. Неужели никто не пошел по стопам родителей? Ну пошла. Вот, сестра пошла, но это с таким было скрипом, и в конце мама поняла, что это, в общем, зря вот это было вот, оказывать мучение, давление. Да. Но ж, а я говорил маме, что наоборот, закалила, что она все равно стала заниматься тем, чем она, собственно, и должна была бы в жизни. Ну, так, мне кажется, честнее получается. То есть, если ты к чему-то идешь, то тебя ничего не собьет. Тогда искренне, тогда... Ну, как говорил Сковорода, сродна праця, это счастье на самом деле для человека, да? То есть вы с этим, я думаю, согласны. Вы счастливый человек вот в том, что вы делаете? Ну, конечно, мне нравится, чем я занят. Массу удовольствия. А в детстве вы кем хотели быть? Я ходил на авиамодельный кружок. Лет 7 я хотел быть авиамоделистом. Ну, мне нравилось эти самолеты собирать, все это там делать. Оно летало, то, что вы собирали? Да, да, да. На соревнования мы ездили, всякое такое. А потом? Что случилось? Ну, как-то так, музыка. Музыка? Музыка повлияла. Угу. Наверное, эти книги, которые моя мама собирала. Потом друзья художники все. Ну, и в основном у меня были постарше друзья. Там у них мастерские. А я с детства любил этот запах мастерских. Вот это все. То есть очень много на каких-то таких интуитивных ощущениях, да, на зрительных. То есть вы смотрели какие-то альбомы, да, на запахах. Запах мастерской краски, там, древесины, я не знаю, чего еще. У папы моего было много художников в Ужгороде знакомых. И мы часто ходили в мастерские. Там, и вот я помню себе вот таким, вот этот запах. Я там мог просто сидеть себе и балдеть. Все разглядывают. Ну и всегда было интересно, все такие бородатые дядьки какие-то, у них куча книг, работы висят. А родители не говорили вот, что ну, художник — это не серьезно, это не профессия, говорили, это не хлеб, ты будешь бедным, ты будешь нищенствовать? Говорили. Пугали? Пугали. Ну и правильно делали, что пугали. Почему? Ну, потому что это так оно и есть. Это не каждый, не ежедневный хлеб. Не всегда получается этим, в общем, там сильно прославиться. Вернее, сильно разбогатеть на этом. Прославиться-то можно. А вот чтобы жить, это там тяжеловато иногда. Слава — это не всегда деньги. Нет, не всегда. Но и слава — это, ну, это такое дело. Я, например, это вот вначале, ну, вот это вот мне не нравилось, что там кто-то меня знает там сильно. То есть вы были из тех самых стеснительных художников? Нет, ну просто надо к ней ровно относиться, как и всему прочему. То есть, вот я сейчас на телевидении, я же знаменит сейчас, да? Как бы. Конечно. Ну вот. Ну к этому надо, просто надо уметь общаться, это вот все, вот это вот перебороть в себе. Это же все равно придется где-то себя показать и перестать стесняться этого показывать. Ну, потому что уже как бы и дети уже. Отец семейства. Да, вот это все. Откуда взялся Марсель? Имя это откуда взялось? Ой, там такая история, что... Сестру тоже как-то зовут особенно, кстати. Ну, Рената ее зовут. Рената и Марсель, отлично. Да, это, в общем, папа, наверное, под воздействием всего этого, то, что ему нравилось, там и литература, и художники, и все остальное, а... Мама хотела меня назвать Иваном. Например, мне Иван тоже очень нравится имя. Вот. Просто там был какой-то момент, что папа, насколько там эта история такая семейная, что папа познакомился с начальником ЗАГСа, они где-то что-то выпили крепко. А в Советском Союзе так назвать Марсель — это ж куча претензий, что это за имя, это что антикоммунистическое. Там 77-й год, еще в разгаре все. Куда это вы собираетесь? Да, мол, что вы имеете в виду? Ну, да. И так вот раз, и меня сделали Марселем. Ну, вы же да, это папина такая шутка, как бы. Но она... Ну, ты не 1 апреля, вы не 1 апреля родились, нет? Нет, я в феврале. Ну, на самом деле, вы же, наверное, был один Марсель в классе. Один. В Ужгороде еще был доктор, которого звали Марсель, но я так и не знаком с ним.
Угу. Ну, это накладывало отпечаток вообще? Или в Ужгороде всех зовут как-то там особенно? Ну, смотрите, там же у нас словацкая граница, венгерская граница. Очень много венгров и очень много венгерских имен. Угу. Вот. Словацкий, конечно, меньше, потому что это там где-то больше посел. Вот. Ну, сейчас же такая вот там новая струя называть детей там, там Николь Мелоди, например, я слышал, что есть такое имя, или там после этих сериалов, оно, ну, экзотических сейчас имен появилось намного больше, чем было вот в Совке. Намного. Ну, некоторые такие смешные сериальные, некоторые такие действительно, ну, как бы они есть там и в Венгрии, хотя не венгерские, и в Словакии, хотя не словацкие. Ну, вот там. И прекрасно, это хорошо. Ну, сейчас просто экзотическими становятся еще те имена, которые там люди откапывают в каких-то там давних святцах православных, да, которые просто не были широко там, ну, потребительными. Да, да. То есть сейчас они вернулись, и они для как бы нашего современного уха экзотика. Ну и плюс, ну, для художника Марсель — это же классно на самом деле, это же запоминается, да. То есть вот раз увидишь Марсель Аниська, все, уже же не забудешь никогда. Ну, да, где-то в этом плане папа сделал такую пиар-акцию, да, как принято сейчас называть. Ну, я к этому отношусь. Ну, понятно, вы же всю жизнь живете с этими именами. Да, мне трудно, да, понять. Трудно понять, что людей удивляет на самом деле, да? Там однажды в поезде что-то я ехал, там мы ехали в Запорожье на Бирючий. Есть такой симпозиум 2006 года. На полуострове Бирючий, вот, и там что-то там в тамбуре я курил с другом, и рабочие такие подвыпившие, и там что-то они там начинают там рассказывать, что как их зовут, и один говорит, что Василь. А друг мой начинает переживать, что говорит, если я скажу Марсель, он подумает, что издеваются, и будет драка. Я говорю, тезка, в смысле, я говорю, я тоже Василь. Но в таких ситуациях можно и Василем побыть, в таких... Как это называется? Драматических. В целях безопасности. Да, да, то есть, ну. Хорошо. Итак, вы закончили школу и не стали ни физиком, ни медиком, да? Нет. То есть вы пошли поступать? Нет, я поступил на... Вы же филолог, да, я вспомнила. Да, Романа германской филологии. Мама сказала, вот как вы говорите, что вот художник — это не хлеб. По типу, говорит, смотрите, вот, там Чехов... И писатель там, и доктор, и рисовал там, или еще кто-то там. Вот и ты вот так. Булгаков опять же. Ну вот. А ты вот попробуй. Ну и все равно вот, больше времени я, честно говоря, проводил после пар не за учебой, а в мастерских у друзей. У нас были какие-то проекты всегда, там, потом этот сам издат пошел, выставки. То есть я учился, конечно. Там, и закончили, да? И закончил, да. Я по образованию... Преподаватель английского языка и литературы. Преподавали? Был только на практике в школе, и я понял, что, ну, не мое, потому что, ну, потому что это нужно родиться педагогом. А ты, когда нервничаешь, когда кто-то не учит, это плохо. Это, ты ж не будешь с собой это как-то там бороться, себе там, не твое, и все. Вот там вас называли Марсель Александрович. Ну, в школе, да. Вот то, что я вот сегодня всем говорил. Угу. Да. То есть это как раз тот редкий случай, когда вы еще были совсем молоды, но были уже Марсель Александрович. Ну, да, где-то так. И как же вы все-таки вот стали художником? Да еще и таким... Ну, как? Современным. Ну, я постоянно там, ну, рисовал, писал стихи. Рисовал, писал стихи, все прятал. Ну, снова рисовал. Потом друзья... Потом куча мастерских, там учеба. То есть у меня, мне особо не надо было ходить в никакую художественную школу, потому что у меня были, ну, как бы крутые учителя, которых я, ну, респектую, и, кто кажет, до сих пор, и которые сильно на меня повлияли и, ну, и помогли не забросить все это. Вот. То есть у вас специального образования живописного нет? Нет, я закончил по интернету, там были курсы дизайна интерьера в Англии, единственное, что это. Но это такого вот академического образования у меня нет. Ну, вы постоянно участвуете в каких-то таких интересных проектах, которые нельзя назвать, ну, не
скажем, не живописными, не поэтическими, да, не какие-то вот общекультурные. Вам нравится вот когда много составляющих, много направлений в одном, какие-то вот фестивальные такие, что ли, да, штуки, когда съезжаются люди со всего мира, чего-то обмениваются, делятся. То есть это не чисто там академическая живопись или музыка, или там еще чего-то. То есть вы любите вот когда вот винегрет такой, да? Культурный? Ну, конечно, да. Мне больше вот эта вся мультиструктурность в культурном плане, она мне более близка. Ну, как бы я очень бы хотел потом просто заниматься графикой, потому что мне нравится графика. Вот, и там, например, там выделить определенное время и только этим заниматься, и все. Ну что, коллаж, живопись, графикой занимался, всяким. Дети ваши рисуют? Да. Вы так радостно об этом заявили, да, уверенно. Ну, это же прекрасно, когда дети рисуют. Ну, все дети рисуют на самом деле, но все по-разному рисуют. То есть, вы понимаете, очень что я говорю, они рисуют серьезно с большой буквы. К этому начинают относиться, особенно старшая, Нора, ей 15 лет. То есть она ходит на скрипку, ну, постоянно она все время занята, вот это у нее альбомы, красочки, она все время, каждый день что-то рисует. То есть она повторяет где-то вас, то есть она, вот вы ходили в университет, да, но постоянно что-то рисовали. Точно так же ваша дочь, она ходит на скрипку, это достаточно сложное, серьезное занятие, которое инструмент. Требует много внимания и очень много усердия на самом деле. Да. Но при этом она все равно рисует. Но вы же понимаете, что она может не стать скрипачкой? Понимаю, и она это понимает. А зачем тогда? А почему бы и нет? Я никогда-то тоже не играл на гитаре, например, тоже академически. У нас была группа. И мы даже в Днепропетровске выступали в 99-м году здесь. Да ладно? Да. А как группа? Фестиваль «Червоная рута», группа «Олова». Мы прошли конкурс в Закарпатской. Местный конкурс прошли, региональный. Региональный. Да? И попали в 99-й вот в Днепр. Жили в гостинице «Рассвет». Да, есть да, такая до сих вот пор. Мы там жили. В парке. Вот. Ничего себе. То есть вы музыкант, ну, аматор. Ну, это музыкальный... Ну, аматор. Да, у нас были такие проекты чисто. Вот мы тогда «Олова» группу назвали, под фестиваль сделали, так? Да, непрофессиональная музыка. Актер, аматор. Да. Расскажите про опыт в кино. То есть я поняла, что это ваш друг Влада, да? Да. Снимал короткометражку, и у него... Это не короткометражка. Ну, он поступил в Праге, ФАМУ есть такая, академия кинематографическая, на режиссуру. И на втором курсе ему нужно было снять курсовую, типа курсовой. Короткометражка, 20-минутный фильм. Просили снять на видео. А он до этого занимался тоже вот это вот любительской съемкой, всякой такой, ему всегда это нравилось. И ему предложили ребята из фирмы Kodak, что вот у них кончается срок годности этих пленок. И они ему спихнули вообще по дешевке, он снял это на аналог. За что его чуть не выгнали, собственно. Они сказали, что это такое. А надо было на цифру снимать. Ну и он пожал плечами, говорит, ну что, вы выгоните меня? И отослал в Канны. И мы прошли в этот Cine Fondation студенческую секцию. То есть, получается, в Каннах все устраивает, да. А вот... Так они же потом, когда мы приехали, когда выбрали, они же и приехали деканы, и уже все по-другому смотрят на это все дело. Вот это вот как раз тот случай, когда не важно как, важно что. Ну да. Что было в этом фильме такого, что понравилось в Каннах? Я не знаю. Ну вот как вы думаете? Ну я не знаю, я не знаю вообще. Я, например, не мог на себя смотреть на экране, потому что я вот так вот открылся, и, ну, я же думал, это простая курсовая работа, что там это. Хотя мы целый месяц снимали это в Праге, было очень интересно вообще, как делается кино. Ты сам процесс вам нравился? Да, конечно. Плюс такой, подобрались молодые все люди, не было над нами никаких менторов, никого. Все так молодежно. Клево, никто ни на кого не напрягает. Делаем деле, кино. На самом деле это уже довольно давно было по нынешним меркам. А в 2010-м мы снимали, а в 2011-м поехали. Сейчас забиваешь в поисковик ваше имя,
актер-любитель Марселя Ныська снялся, там попал в Канны, тра-та-та. То есть все равно это какая-то такая важная, ну, для, так это для интернета это важно. Ну, фактаж, ну, кто-то делает фактаж, и классно, тебе не надо сидеть вот это и записывать. Да, про себя. Ага, вот я тут еще вот это вот сделаю, забыл. Ну, классно, пускай оно будет, архив, чего нет. Ну, после этого больше в кино не звали? Нет, так я же не актер. И, ну, ну и я... что? Никто меня не звал, ну так... Нет, никто не... Никто не звал. Никто. Никто не звал, что-то будем стесняться. А я не... Я бы особо... Ну, но если позову, пойдете? Ну, если интересный сценарий будет. Ну, да, смотря, да, маленькая роль. Мне нравятся маленькие роли вот такие, какие-то там. Типа как у этого были, у Эльдара Рязанова, когда он спит под бегемотом. Вот такую роль бы, да. То есть вы не высыпаетесь, да? Ну, пока ехал сюда, очень тяжело было выспаться. Почти сутки. Далеко. То есть вы были в Каннах? Был. Вам понравилось вот это? Ну, там же довольно так пафосно, если... То есть я не была в Каннах, я только сужу по видео. Ничего не пафосно, там вечером пафосно становится. Вечером пафосно. А так ты ходишь в шортах там, на пляже. Ну, красная дорожка же, все вот эти смокинги, буа, там, ну, у нас... драгоценности. Да, но как бы... зовут в основном режиссера. А он предложил, что он позовет там часть съемочной группы. И мы поехали как бы все вместе. То есть на все такие самые такие, ну, мероприятия он ходил, конечно, сам. Вот эти все бабочки и все эти дела. А были такие, ну, моменты, что можно было бы там прийти, и мы и все вот так оборачивали, что как он столько там мог собрать на это все, во-первых, денег, это же дорого там бесконечно. У него было две персоны, как бы, там, он может кого-то взять, он взял меня, типа, ну и плюс были там две девочки, одна из Жилиной, из Словакии, одна из Америки, то есть у нас такой интернациональный фильм получился, украинец, словачка, чехи, американка, вот, такая история любви, ну, такое. Вы привезли в Днепропетровск выставку. Да. У нее интересное название. Спасибо. Это что-то новое, свежее, или просто потому, что у вас не было еще в Днепропетровске с вашим там, живописным, скажем так, этот содержимым? Этот проект начался в этом году, в 2016 году. То есть это новье? Новье, да. Я его выставлял периодически в Facebook. Вита Попова, которая работает в галерее «Артсвит», она наблюдала. Я выставлял этого персонажа, ну, такой, в общем, грубо объяснить, персонаж такой, ну, человек из несуществующей конторы, конторщик такой, который ходит с этим чемоданчиком сзади и наблюдает за этим миром. Жека. Жека его зовут, да. Этот Жека мне приснился, я записал даже в ночь с 8 на 9 марта, такой вот этот персонаж, который у него короткая такая рубашечка голубенькая, штанишки вот этот. Он же вечный, он там был и в Советском Союзе, и сейчас. И он разглядывает доску почета. И мне как-то этот образ так как-то перемкнул, что я подумал, можно из него сделать как такого персонажа, как в комиксе. Ну, как в комиксе на одном персонаже завязан сюжет. Ну, сюжет, вот ты просто ставишь его там в углу, и внизу идут как бы пояснительные, или там вопросы, или он дает совет, он же такой мастер дельных советов, он, как такие люди обычно там. Или же он слушает кого-то, там, кто-то его подкалывает, или кто-то наоборот там с ним вступает в диалог. То есть вот такой получился универсальный образ, и оно пошло, и мне стало нравиться его. Я его там потом в летнее переодел, что он в носках и в сандалиях, и в шортиках, вот. Ой, и скоро можно будет, знаете, как в детских журналах было делать такую вот, ну, бумажную, да, куклу, как вырезать, вырезать, да? И одежки, да? Делать. Можно, ну, я же в таком духе, да, там, я планирую такое делать. Ну, и, в общем, это такой вот проект, он пошел вот с марта и продолжается до сих пор. То есть это такой ваш супергерой? Ну, где-то супер. Ну, вот, как он не может быть супергероем, потому что у него нет суперсил. Его единственная сила – это в наблюдении там, и в присутствии. Вот, вот две суперсилы. Постоянное присутствие. Ничего, это супер, но мне кажется, умение наблюдать, то есть это все-таки немножко вы. Ну, немножко. Есть чуть-чуть. Так, конечно, я же немножко там делюсь там. Ну, вы же наблюдатель, правильно? Ну, понятно.
Вы же, ну, это же не раздвоение личности у вас. Нет, конечно. Вы представили просто... себе, что может думать там клерк, там Жека, да, например. Да. То есть вы же, наверное, все-таки чего-то вкладываете ну, естественно, из вашего мира? Конечно, но без этого никогда не происходит, чтобы оно, причем, было такой вот кристально другой человек и все. Конечно, где-то такой Жека сидит во мне и во многих. Это же такой постсоветский человек. И ты не можешь этого взять так и сказать, нету и все. Можно, надо бы как бы к этому стремиться, потому что есть многие вещи, которые до сих пор как-то влияют на твое сознание того, что происходит в мире вообще и в нашей стране в частности. Но просто ты пытаешься немножко поиграть с тем, что ты этого персонажа ставишь в самые необычные такие как бы психоделические состояния, чтобы ты его немножко сдвинул точку сборки немножко. То есть это самый обычный человек, да, с обычными там совершенно какими-то такими проблемами, да, с обычными суперспособностями, да. Суперобычный человек, да? Да, да. А в какие ситуации необычные для него вы его передвигаете по этой доске жизни? Ну, всякие... Что его выбивает из колеи? Что вообще обычного человека, Жеку, выбивает из колеи? Ну, непредсказуемость какая-то. Какая-то. Ты можешь его просто представить в такой ситуации, в которой ты можешь находиться сам 100%. Например, там ребята слушают магнитофон, да, ты там, это было раньше во дворах, что ты подходишь, угу, слушаешь и говоришь, ой, я сейчас свою кассету принесу. Угу. Ну и ты такого Жеку туда ставишь, который тоже как бы слушает, и ты представляешь себе, какую он музыку, например, любит, да, mm-hmm, которую он обещает туда кассету принести. Или там какая-то его проститутка провожает глазами, говорит, что посмотри, какой ты нарядный сегодня. Mm-hmm. То есть там такое, ну, иронический такой, экзистенциональное плавание, как мой один друг классно заметил. Жека отправляется в экзистенциональное плавание, что находится... ситуация, которая ему непривычна. Он интересен зрителю? Вот как вы уже сейчас видите? Мне кажется, да, мне многие люди говорят, что мы там ждем его, потому что я уж там делаю там довольно-таки часто, я его там делал там раз в два дня, если не было перерывов на другие какие-то вещи, то он появлялся почти там раз в два дня. Он будет долгожителем, как вам кажется? Посмотрим. Хотелось бы, потому что он интересный, и он... С ним можно играть всегда. Пока он не надоест мне и другим, он будет себе там существовать. То есть многие люди уже там сверяют по Жеке какие-то свои там ориентиры, многие, да? Вещи, многие люди понимают, о чем я. А это главное. А о чем? Я пытаюсь им что-то подсказать. Они говорят, я все знаю, так я сам понимаю, все тихо-тихо. Ну вот я вам половину рассказал. А вторая задача ваша – самим найти там какие-то моменты, которые вы понимаете. Вообще, вы любите комиксы? Очень. Я, честно говоря, часто предлагаю во время там предвыборных кампаний нашим политикам воспользоваться вот формой комиксов. По-моему, угу, это очень, ну, очень классно на самом деле. Это, конечно, говорит о том, что человек самоироничен. Во-вторых, он может коротко, понятно, внятно, ну, буквально как там наскальная какой-то живопись, ну, да, да, донести какие-то вот важные, ну, свою программу, например, можно же шикарно оформить в комиксах. Но наши политики пока к этому не готовы. Потому, ну, вот консерватизм это... Они говорят, да ну как это, а кто это будет рисовать? Я говорю, ну нужно найти своего автора. Ну, они говорят, ну это, наверное, дорого там вообще. Ну вообще, мне кажется, это очень, но очень классная идея. Но если ты хочешь еще и политик, и чтобы для тебя дорого, значит, это не твое. Вот и все. Конечно, дорого. Почему не дорого? Это должно быть дорого. Но это потому нужно... что это идея, и ее надо классно подать, и это все. Это же нужно просто, ну, практически каждый день, непрерывно, ну, или каждую неделю, как минимум, продуцировать какие-то мысли. Потому так что это же надо еще и вжиться в этого человека, политика, вначале, чтобы что-то сделать. А это не всегда, наверное, приятно, вживаться в роль человека, который, как любой политик, не же самый твой любимый персонаж, правильно, в жизни. Ну, я смеюсь над теми людьми, которые там увлекались какими-то политиками, например. Ну, вы смогли бы, например, таким заняться, если бы был... Но если бы это был какой-то заказ, я бы отнесся к нему так, как к любому другому. То есть вы можете абстрагироваться от того, что этот нелюбимый ваш Если политик. Мы там договоримся, пожалуйста. Если я пойду в политику, я подумаю. Мне нравится идея. Вообще... вокруг вас много самоироничных людей, которые
ну, готовы стать вот таким Жекой, например, или там героем ваших каких-то... Ну, мои друзья в основном очень... Ну, подобное притягивает, подобное-то ладно. А вот, а вообще в мире, насколько мы, вот украинцы, самые ироничные, как вам кажется? Ну, то, что мы с юмором, это не заберешь, когда с юмором... То есть вот это вот, ну, насупленности, это, конечно, больше вот это вот, пошел вот такое там, везде все из-под лобья. Но многие шутят, и особенно у нас там на Закарпатье, там с юмором все в порядке, особенно когда на местном этом нашем говоре говорят, там дай дорогу, там просто сел и записал все это, и будет... То есть язык... Жванецкий записывает одессита, вот там можно сесть записать любые, вот, на любой свадьбе, о чем там говорят эти хохмачи, да... Да. То есть язык способствует, среда способствует, что там, я не знаю, виноград, что еще? Ну, так исторически сложилось, что у нас очень космополитичный край, что там жили, ну, русыны, это в первую очередь, это же самое коренное население, потом венгры, чехи, был Чехословакия, потом украинцев много, русские потом приехали и всякое такое. Никто друг другу никогда не сильно не мешал и не было никаких конфликтов, никогда. То есть был бы ты человек. А все остальное там, все абсолютно было так как-то гармонично завязано. То есть никогда я не чувствовал себя или кто-либо там из моих друзей, что где-то венгров или там словаков, что где-то кто-то там что-то пошутил или что-то еще. Ну, на Востоке и в центре часто же, вернее, это был большой и нехороший миф о Западной Украине, о том, что Западная Украина – это что-то там, конечно, такое злобное, которое не станет с тобой разговаривать на русском языке, скажем так, да, то есть это не сейчас. Это ерунда. Это было тогда. И только поехав туда и познакомившись с тем, как оно на самом деле, ты понимал, что, ну, большей глупости ты, конечно, в своей жизни не слышал. Ну, это мифология, да, мифология с пропагандой, непонятно зачем сделана. Сейчас с этим спокойнее, вот как вам кажется, да? С чем? С отношением Востока к Западу Украины. Ну, наверное, потому что люди стали путешествовать. Это большая очень... Большой сдвиг в сознании людей произошел, что надо поехать. Они послушали, что я там по зомбоящику сказали, там, ну, грубо говоря. То есть появилось много информации. Понятно, что чем больше информации, тем больше бывает трудно разобраться. Поэтому вот самый лучший способ, как это называется, обладать правдивой информацией, это ездить, общаться. Вот и все. Тогда ты увидишь сам, тебе никто другой ничего не расскажет. Отношение к войне на вашей малой родине сейчас какое? Ну так война — это же всегда печали, нет ничего на свете. Что там можно сказать? Лишь бы оно все кончилось уже наконец-то. Но я не могу говорить за всех. Это просто печально, что молодые парни погибают ни за что, фактически. Ну, понятно, что за что, они за свою страну гибнут. Но просто там еще, кроме этого, есть, мне кажется, политический аспект, который я не люблю об этом говорить, и вообще про политику. Так что в комиксах, все в комиксах. В комиксах, да. Если вы, да, я могу сказать что-то там по-другому. Ну, и говорить об этом мне тяжело, и война – это война, это хуже нету. Просто уже 21 век, и люди до сих пор воюют, это страшно просто. Какие-то из-за каких-то непонятных интересов. Ваш персонаж Жека, он избегает этих тем? Или он попадает в какие-то вот ситуации, где надо это обсуждать? Там пока не было социального, очень такого вот грубо социального, который бы можно было связать с тем, что происходит сейчас в мире, в стране. И я его туда пока не посылал никому. Он сейчас в Днепропетровск поехал в командировку, да, вот Жека. А потом, может, куда-то еще поедет, всякое такое. А вы вообще любитель, ну, хорошо, не фейков, хорошо, каких-то вот легенд, да? Вы мастер, наверное, даже легенд, потому что мы говорили о марках. Мы говорили о журнале, где, в общем-то, вы... Мало известных и фактически для мира несуществующих художников сделали существующими, да, то есть вы им помогли реализоваться. Вот сейчас Жека, да? Ну,
Ну, может быть, что это как-то с какой-то там со сказочностью, которая связана. Мне там в детстве я очень любил читать зверски вообще. Там, у меня была кличка во дворе библиотекарь. То есть там все фуцика, я вот с книжками, это мне нравилось всегда. Ну и всегда мне нравились абсурдистские дела, там английский юмор, Монти Пайтон, все остальные такие, ну, гротескные. То, что не в лоб. Да, ну зачем? То, что это каждый должен заниматься, вот кому-то нравится такой гиперреализм, я это супер уважаю, кому-то нравится абстрактная живопись, я вообще уважаю. А мне нравятся вот эти вот выдуманные какие-то такие штуки, такая игра какая-то. Ну, как бы то, чем я занят. Собственно. Вы хотели бы, чтобы какая-то ваша работа попала, ну, в какой-то мега известный музей? Если да, то в какой? Не знаю, я даже не задумывался еще об этом. Ну, в Лувре, например, вы бы висели. Я не знаю, у меня никаких планов. Это был бы тоже стёб, мне кажется, такой. Можно, да. Берите, берите, да? Пожалуйста. Покупайте, точнее. Ну, да. Покупайте. Дайте возможность творить. Вот и все. Как вы куда хотите, в Лувр или вы хотите повесить на мосту, это уже ваше дело. То есть у меня таких, ну, особо каких-то таких, как называется, тщеславных помыслов нет. Амбициозных, амбициозных планов нет. Да. Абсолютно. Ну, если кто-то вдруг захочет, то мне, пусть обращается. Мне, да, это как это называется, чтоб хватало. Вот это мой лозунг по жизни, мне ничего так не надо там сильно. Ну, просто натурально, чтобы можно было жить. Там, да, там, чтобы дети на море поехали. О. Класс, чтобы не было войны, чтобы дети поехали на море. Ну да. Чтобы хватало, чтобы жена была счастлива. Ну, у меня и так счастливая жена, потому что мы уже много лет вместе, 15, вот, так что пока... Никто не жалуется. Не жалуется, друг друга поддерживаем во всех начинаниях, и это прекрасно. Ну, в этом плане мне очень повезло, ну, натурально повезло. При моем таком разгильдяйстве, всем этом, так все так как-то сложилось в какой-то конструктор уже какой-то. Вы суеверный человек? Нет. То есть не надо сейчас там стучать? Нет, да, то, ну, нет, это нет. Это не надо. С этим уже все сложилось? Не надо, все, да. На самом деле. Не, ну это я не суеверен, потому что если ты будешь суеверен, то оно притягивает потом. Ты будешь все время про это думать, и оно действительно на тебя будет оказывать влияние. Я в детстве это заметил, и как-то очень трудно от этого уходил и ушел. Ну, то есть, каждый по-своему. То есть, я не считаю, что это плохо, с уверенностью. Кому-то подходит оно где-то в жизни, да? А мне оно не нужно просто. Вы верующий? Верующий, угу. Да. Это с детства? Это, ну, наверное, не так, что совсем с детства. Ну, наверное, с такого там возраста, лет, ну, 14-15. Осознанно. Потому что у меня родители в церковь особо, ну, не ходили, но я крещенный был. Еще в греко-католической церкви это тогда было запрещено, и священники приходили прямо домой. Но этого я не помню, я же совсем был, там, год мне было или два. То есть, да. Да, супер. Вот так. То есть прям такие катакомбные какие-то истории. Да что, нормальные обычные закарпатские истории. Да? Ну да. Ну, для нас это в какой-то степени экзотика, и поэтому вот как запрещено, это так вот звучит вообще. Художник в современном мире, украинский художник в современном мире, вот где его место? На каких-то там вот задворках, я не знаю, или с этим все хорошо? Потому что, ну, мне очень трудно в этом плане ориентироваться, я объясню почему, потому что все же это вот восприятие личности, да, если ты не внутри процесса, я же не художник, я журналист, то ты ориентируешься на мнение людей, вот кто-то говорит, все плохо, все тяжело, никому не нужно, не востребовано, там еще чего-то, другие говорят, да вы что, наоборот, вот сейчас все открылось. Езжай куда хочешь, предлагай, говори о себе, все берут. Польша берет, Чехия берет, Венгрия берет, Украина берет, и куча выставок, куча там каких-то событий. Наоборот, этого всего стало больше. Ваши ощущения. Все хорошо у нас вот в вашей сфере? Или все трудно, наоборот? Оно никогда не будет легко. Это, ну,
Потому что, ну, это же тоже одна из таких фикций, что вот это, что ты там накалякал, кто покупает, ты посмотри, еще осуждают это все. На самом деле, ну, в общем, человек должен к чему-то идти достаточно таким тернистым путем. Ну, очень редко бывает, что ты что-то сделал и сразу получилось, правильно? Но возможностей сейчас сделать действительно много. Есть интернет, ты можешь общаться с одной галереей, показывать работы, ты можешь общаться с людьми. Потом знакомые знакомому предлагают тебя там, в качестве следующего участника выставки. То есть главное, если ты коммуникабельный человек, знаешь английский язык, я вот единственное, очень на что делаю акцент, сейчас очень важно знать английский, если ты хочешь заниматься современным искусством и вообще искусством. То есть ты должен знать английский, это такая штука, которая, ну, в общем, главный коммуникатор сейчас между людьми. То есть когда вы поступали, вы знали о своем будущем? Все, я понял. То есть интуиция может быть, у вас очень сильная. Может быть, интуитивно, но сработало где-то так. Да, ну, и вообще говорю, что будут нытики всегда. Всегда будут нытики. Будут те, которые тихонько делают что-то. Ну, стеснительные художники со знанием английского языка. Ну, уже меня прям нарисовали как этого персонажа. Ну, это мои комиксы. Да, это ва- ну, да, у каждого у вас свой комикс. Джейка, а у меня будет Марсель. Хорошо. Окей, хорошо. Добрый. То есть можно я немножко, да? Да, вот, конечно. На Фейсбуке я... поработаю с вашим образом. Пожалуйста. Хорошо, спасибо вам большое. Вам спасибо. А, ну, на самом деле, ваша скромность очень такая... интересная штука. Вы очень скромно, стеснительно набросали массу интересных деталей о себе. И теперь интересно узнать больше. Да. Еще? Да. Приезжайте еще. Хорошо, спасибо. Удачи вам в вашем тернистом пути. Пусть он будет в меру тернист для того, чтобы не расслаблялись. Ну да, это вот. Надо. И спасибо интернету за то, что хорошие галеристы в Днепропетровске видят, да, ваши работы. Да, им спасибо большое, кстати. Пользуясь случаем. Видят ваши работы. Должен заметить, что это классно, что вот чем все получилось. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот сейчас тьфу-тьфу-тьфу можно сделать по коленке. Оплевал. Дякую вам дуже. Це був пан Марсель Онисько, сучасний художник, який тут трошки оплював нам студію, да, але я окропив. Так, оскільки, да, він віруючий, то я думаю, що все це нам буде на користь. Миру всім нам і до побачення. До побачення.